Луческу посетит матч «Шахтера» в Лиге чемпионов. Также экс-тренер Горняков будет присутствовать на встрече Баварии с Бешикташем. Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу посетит матч донецкого «Шахтера» против итальянской «Ромы» в 1-8 финала Лиги чемпионов. В составе итальянской команды выступает хавбек сборной Турции Джингис Ундер. Также экс-наставник Горняков будет присутствовать на завтрашней встрече Баварии с Бешикташем на Альянс-арене. Напомним, первый матч 1-8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» «Рома» состоится 21 февраля на стадионе «Металлист» в Харькове. Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.